29 ноября 2011 года, время 14:24, температура 7 градусов, и сегодня начали загружать бетонные карты торфом, который находился как раз на месте моей вермифабрики. Но этого торфа здесь завезли порядка 1000 кубов, поэтому загружены будут все эти карты. Ну и соответственно сейчас идет подготовка к зиме. Освобождается часть карт, уже заполнена выжатыми на центрифуге осадками сточных вод. А часть сейчас освобождается с помощью экскаваторов. Там Петра сегодня здесь работала машина. Ее загружали экскаватором. Вот осадки сточных вод, которые уже вот пролежали. Вот эта куча с моими дендрогенами. Ну, в общем-то, все это дело готовится сейчас интенсивно к зиме. А площадка будет освобождена для постройки барабанного вермикомпостера. Но с перспективой на то, что я здесь буду участвовать со своими вермифабриками. Вот из этой центрифуги все будет отвозиться в сторону моей вермифабрики, где она стояла, и там будет стоять барабанный компостер. Ну, а так выглядит очистное предприятие городское при проезде внутри этой территории. Вот. Наш город. Здесь отвалы. В общем, вот такая обстановка. Послезавтра уже начало зимы. Ну и мы тоже, наверное, будем завершать сбор. Вот эти дендрогены, поскольку уже сегодня, не знаю, чем она была напугана, может быть, тем, что с утра работали, работала техника тяжелая, а может быть, тем, что уже все-таки скоро зима. Ну и вот эта территория Виа-Вярк, ее центральный вход, административные здания. В свое время, это года 3-4 назад, я участвовал в реконструкции, так сказать, реновации всего этого комплекса зданий, начиная от крыш и заканчивая укладкой камня. Ну, а это впереди, так сказать, сами очистные сооружения. Ну и здесь, соответственно, дорога, вот по этой дороге уже мы начинаем весной собирать дождевых червей, дендрогенов. И вот туда, до самого окончания, вот от этих ворот, 100 метров туда дальше, на этой дороге и за поворотом еще 100 метров собираем обычно здесь до 1000 дендрогенов. Ну, на этом все. Вермифабрика моя уже на этом месте не стоит, но надеемся, что будет стоять. И вам таких же успехов. До свидания.